Всем привет! 20 июля. Целый день во Владивостоке идет дождь. Вот закончился рабочий день. Иду домой под зонтиком, в куртке. На тротуаре валяется много листьев, сломанные ветки. Вот такие вот дела, стихия. Погода испортилась. Вечерняя пробка, обычное дело. Двигаюсь в район третий рабочий. Какие тут речи. Старенький этот самый зонт. Вот. Блин. Кеды уже почти мокрые. Шорты тоже. Третий рабочий. Чё у тебя? Да ёлки-палки, сколько просто. Поехали. Это сиденье сбило. Встало на свое место. Давно ждешь? Да нет, говорю, 5 минут. Ты спрашивал. Даже не пристегнулся. Я тоже. Даже не пристегнулись, блин. Фу, мокро. Мокро, мокро. Автобус с ума сошел. Ну несется на это. Углем топит, что ли. У вас тоже угли заканчивается.
неделю хватило. Туда-сюда. Там еще видимость на нуле. На нуле. Хорошо, не зима. Гололед. Чудо. На дороге-то вроде чистится. Светофор. Что-то поворачивает. На баре, что ли? Никто не выпускает. Машину помыл бесплатно. Что я ни разу так-то и не был. А, не, ну был, но лотачный. Может, надо какой-нибудь дёрхер купить? Какой-нибудь. А вот на них можно. Ну да. Посуду. Его ж, ну да, в принципе. Чистить рыбу можно. Да им все можно. Мы как-то это даже краску старую оббивали дёрхером. Там, ну правда, он мощный такой там. И там еще такая, ну он спиралью как-то фигачит. Этот дёрхер. Старую краску там, пылюку всякую. Столетнюю сбивает только в путь этим кёрхером. Все с фарами едут. У тебя фары зажжены? Конечно. Вообще что-то жопа какая-то на дороге. Да нет, это просто поворачиваю. Да это, блин, дебилы какие-то ренни сделали, блин. И люди местные ходят через дорогу. Нет, чтобы сделать вот вместо этого, кто там, вставки или что там сделали. Лучше бы там, ну, с этой стороны какой-то, как она называется, вставки делать. Букмекерская. Букмекерская, да, контора. У нас тут тума, но очень как-то лучше, хотя не намного. Через очки. В общем, так я добрался до дома. Если вам понравился этот влог, поставьте лайк, напишите какой-нибудь комментарий. Вот, кто не подписан, подписывайтесь, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Это был влог 42.1. А, еще забыл сказать, сейчас засяду за монтаж видео. Уличные музыканты будут еще. Ну, у меня там несколько видосов еще надо смонтировать. В общем, сейчас поем. Засяду за монтаж видео. Ну и смотрите, конечно, прошлые мои видео с музыкантами и не только. Как-то так.